едем в Ревду, в перевал геологов. Тут горы везде, вот мусорка стоит. Такие вот пейзажи мурманские, красивые. Вот вот красивый пейзаж. Бля, я какой-то хуй обгоняю впереди. Сука, мудак, блядь. Все, ладно. Вот тут торфяники какие-то непонятные. Вот гора такая большая, сейчас мимо нее поедем. Блядь, 70 ограничений. Домики вот стоят. Вот такая вот местность тут. Чуча? Вот такая вот. Едем мы. Домики классные такие. Вот так вот тут. Красиво. Обогатительный. О, а тут копали. Дают им деньги. Долго.
Они обогащают нас горами, москвичей. Да. Вон там, видите, как строение. Вау. Как. Мы приехали, это горно-обогатительный комбинат. Здесь добывают породу. Мы приехали в Ревду. Это промывали, типа? Приехали в Ревду на перевал геологов. Едем на дорогу Тысяча озер. Вот так здесь. Дорога ебейшая, я скажу. Это как на стоковом Шевроле подниматься в гору на первой карте. В Мичигане. Ебанешься, на вид пиздатый. Сноураннер в реальной жизни. Колеса, кстати, вывозят хорошо. Не шлифуют нихуя, который я покупал. А это снег. Далеко. Смотри, смотри за ним. Кто смотрит? Я смотрю, в телефон удобней. Через телефон хоть это высовываться не надо. Ой, а там... Снег похож на какое-то животное. А, ёпта. Ой, ёпта. Вот так вот едем. Трясём. Кушать хочется ещё. Thank you.
Вот, значит, мы приехали на пляж. Только это не песок, а снег. Сегодня какое? 17 июля. А тут на дозиметре, значит, показывается 66 миллирентген. Вот такая вот гора. Да. 66 миликов. 76, мах! 76? Я... Давайте! Можно яйца погреть. Тут так фонит, что-то эти камни пизда вообще. Мы в Мурманске. Тут есть человек. Он большой. А там град. Град. Там порт. Тут град. Вот получается до Телебелки километров 20 еще. Дорога не очень хорошая. Вот есть такие сейды. О, игрушка. Ну, оставь. Тут есть сейды, вон машинка еще одна едет. Я машинка. Вот тут есть разные штучки, дрючки. Бумажки, кто-то какал, как видим. Такие вот различные штуки-дрюки. Получается, идем по отливу, вот так вот северянин идет. Вот так ходят северяне, значит, вот так вот отлив такой вот тут. Замечательный, вот там чайка сидит. Вот тут вот море барится, в океан впадает. Там вот просвет, а дальше вот так вот океан. В Балтику, в Балтику. Идем глубоко дальше. Вот так. Ой. Оно холодное. Что-то плывет там.